ДАІ установила особу водителя гомельской маршрутки, якая пролетела на червоный сигнал, ледь не зачапивши пешеходов. Инцидент трапил у объектив видеорегистратора. На записи бачно, что загорается червоный сигнал, и пешеходы начинают переходить дорогу. Але в этот момент прямо перед ними проносится маршрутное такси. За небезопасный маневр водителю погрожает штраф и до 2 годов позбавления права керования автомобилем. Меж тем у ДАІ означают, что водители маршруток не относятся до лику злостных порушальников. Отмечается также и положительная динамика. Все-таки большинство водителей это соблюдает правила дорожного движения, выполняет все необходимые требования. Ну, а те, кто допускает нарушения, конечно, привлекаются к административной ответственности.